чаек надоели мне. И вообще меня затрахало, что мы уже 84 дня рыбачим в этом корыте, и ни хрена не клюет. Все точно так же, как в книжке этого Хемингуэя. Вот, я тебе почитаю. Старик рыбачил в Гольфстриме целый день и ничего не поймал. И так 84 дня. Дед, да ты очнись, мы в пруду, а не в океане. Ты бы еще, ко всему прочему, удочку купил. Ну вот, я так и знал, что мне нельзя было пить накануне водку. Вот именно, я ж тебе говорю, 21 век. Ну хорошо, хорошо, ладно. Я-то, может быть, и старый пьяница, а ты тогда что за хер? Или подожди, ты что, мой глюк? Я не твой глюк, я диджей. И тебе советую тоже сменить профессию. Ладно, дед, поехали, я тебя научу. Греби давай. Ну чё, мальчишка, давай покажи, что ты умеешь. Ты не представляешь, какой улов тебя ждет. Смотри, заходишь на сцену, так, нажимаешь кнопку, и началось волшебство. Так, а кнопку-то можно нажать? Не лезь, дед, у тебя должен быть свой стиль. Так у меня есть мой стиль, я могу загадочно маяковать растительностью над бровями, а? Ладно, дед, хрен с тобой. Завтра встречаемся на студии, я тебя научу. Так, стоп, а первое выступление когда? Так, давай, 20 июля в Баунсе сделаем тусу. На ней ты отыграешь вместе со мной. Назовем это все «Старик и море». Музыка – el ritmo de nuestro destino. ¿Entiendes? Ibiza, пука, 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 пука.